Ну, я думаю, что, конечно, санкции сыграли свое дело. Ну, слушайте, у нас, я ж не помню, дай бог памяти, 24 года, по-моему, Макдональдсы существовали, и вдруг неожиданно они закрылись. Они что, стали вдруг неожиданно вредны? Да нет, они такие же и были, эти продукции. Если это принесет хоть какую-то пользу народу, ну, давайте попробуем жить без Макдональдса. Но, опять-таки, дайте нам какую-то тогда альтернативу. Все-таки народ привык, нас приучили к тому, что есть быстрое питание, что есть возможность быстро заказать. Да, конечно, понятно, что это все продукция быстрого питания делается не из явно экологических продуктов. Но дайте нам тогда альтернативу, если уж вы что-то закрываете и чего-то лишаете. Пусть это будет, в конце концов, какого-то российского производства, почему бы нет?